Да, пистолет. Прощаемся, мы все. В воскресенье, день, у вас что, других занятий нет, кроме как гулять? Нет. Почему-то нет. Заняться нечем. Почему бы не прогуляться с хорошими людьми, с активными, с активной гражданской позицией, которая мне все равно на собственную родину. Вот мы сейчас общались с людьми, очень плохо отзываются о демократии, например. Вы как? Ну, во-первых, демократия в той интерпретации, которая существует сегодня в России, сегодня ее не существует, сегодня существует олигархия. И пока люди позволяют на себе ездить, ну, соответственно, так и будет продолжаться. То есть глупо жаловаться на жизнь, если ты сам не согласен что-то сделать. Ну дети ваши, они кем будут? Военными, полицейскими, судьями. Кем? Они другим никем не могут быть. Они не могут быть художниками, которых выгоняют советские 65. Они не могут быть артистами полноценными, если у вас не дядя Табаков. Кем будут? Токарем-то, слесарем? Они тоже не могут быть. Механиками не могут быть. У нас не производят ни самолеты, ни на автомобиле. Над головами.